и капитан команды Гемотест. Начали турнир первый блинком, можно сказать. Фармстандарт уже с командой встречались, уже играли с ними в кубке. Нет, Фармстандарт. Получается, что чуть-чуть не сыграно получилось у нас игры. Каждый вторник мы собираемся, тренируемся, но в этот раз у нас команда обновилась. Новые люди в команде пришли, и поэтому вот чуть-чуть несыгранность повлияла. Так, в будущем будем играть, и я думаю, результат будет. Спасибо. Спасибо большое вам.